Между тем, власти соседней Иордании заявляют, им не хватает средств на то, чтобы справиться с потоком беженцев из Сирии. Оман обратился за финансовой помощью к международным донорам. Изначально называлась сумма примерно в 400 миллионов долларов. Но сейчас иорданские власти говорят, что им понадобится по меньшей мере 700 миллионов. В настоящий момент на территории королевства уже находится порядка 200 тысяч сирийцев. Власти беспокоятся, что растущий поток беженцев может поставить под угрозу запасы питьевой воды и энергетические ресурсы страны.